так как надо. Что дальше? Дальше он встречает оборону Ростова и делает пас поперек поля. Дефур. Согласись, пока радует разве что то, что не дают разыграться Тилемансу. Мало таких продольных передач, мало, в принципе, какой-то комбинаторики у Андерли. Да, есть подачи именно в штрафную с правого фланга, но вот именно комбинаций практически нет. Ну, а это... Софьян Хани. Да, Софьян Хани, немного от него футбольного фристайла. Ну и заметь, болельщиков, мне кажется, стало поболее на стадионе. Может быть, подошли. Кудряшов, мяч остается у Ростова. Пас поперек поля. Удар по воротам. Рикошет. Гол! Но-бо! Роскошный выстрел метров эдак с 30 от эквадорца, который, даже когда возвращался в российскую премьер-лигу, забил гол в такой же важности и с такой же позиции. Мы знаем, как он умеет бить издали. Об этом, наверное, не знали бельгийцы. Браво, 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 Ростов! 1-0. Наша команда впереди в таком важном для себя и для всей страны матче. Видели мы ростовских болельщиков, которые ликуют в Брюсселе. Ну и удар. Удар эквадорца. Там был рикошет, но это скорее... Ну не скорее, это точно сыграло на руку на Ростову. Да нет, ты знаешь, обошлось без рикошетов, но были рикошеты от газона. И если он пару раз подводил наших футболистов, когда мяч проскальзывал, то здесь он, безусловно, помог. Да, не было рикошета. Три футболиста были по ходу полета этого мяча, но ни один из них...